Традициям подвига верны. В Музее Победы открывается обновленная экспозиция о войне в Афганистане. Выставка приурочена к 30-летию вывода советских войск. Эта дата как раз сегодня. Посетители впервые увидят фотографии, личные вещи и награды героев-афганцев, которые были переданы в дар музею в последние годы. Представлены также архивные документы, образцы вооружения, боевой техники, рисунки и снимки очевидцев конфликта.